2 февраля исполнилось 130 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе. Выдающийся государственный и военный деятель Советского Союза. Для нашего края он, по сути, является основателем. Его вклад в развитие губернии на самом начальном этапе ее истории переоценить трудно. В юбилей Михаила Фрунзе первые лица региона и простые горожане возложили цветы к памятнику одной из знаковых фигур в истории края. Чествование его 130-летия со дня рождения – это для ивановцев дело абсолютно важное и очень нужное. И думаю, что любой губернатор, любое правительство эту память будет проносить через года, через века. Несмотря на тяжелое финансовое положение, город в этом году планирует отремонтировать этот памятник, чтобы и дальше ивановцы могли приходить сюда, ну и, конечно, в день его рождения.